Всем привет! И сегодня мы будем готовить печенье. Что ж, давайте посмотрим на ингредиенты. Нам понадобится молоко, масло, мука, соль и сахар. Берем большую миску, где будем все это замешивать, и наливаем туда молоко. Добавляем муку. Сахар. И соль. Перемешиваем. Теперь мы вымешиваем то, что у нас получилось. Теперь мы должны раскатать наше тесто и вырезать формочками наше печенье. Теперь мы либо берем формочки для печенья, либо сами его делаем ему форму. Теперь то, что у нас осталось, мы слепляем еще раз и еще раз вылепляем печенье. Вот все наши печенюшки. И теперь смотрим, что мы будем с ними делать. Теперь мы берем масло и обмазываем их маслом. Теперь берем противень и отправляем его в духовку. А теперь идем к духовке. Что ж, теперь, думаю, пока наши печеньки пекутся, стоит прибрать со стола и умыть лицо, потому что оно у меня все в муке. Займусь этим. Я убралась. Пройду, посмотрю печенье. Наверняка оно еще не готово, поэтому можно немного подождать. Думаю, стоит подмести. Ну да ладно. Давайте проверим уже наши печеньки. Ого, они знатно подрумялились. А вот и наши прекрасные печеньки. Они очень вкусно пахнут, но они очень горячие, поэтому я их поскорее донесу. Что ж, думаю, перед подачей стоит их как-то украсить, например, полить джемом. Что ж, пора подавать к столу. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Вот ваше печенье. Спасибо. А это точно печенье? Конечно же. Тогда это печенье в жидком виде. Почему? Ну, не знаю. Посмотрите, сколько здесь... это джем, ягодный джем, попробуйте, он очень вкусный. Печенье с ягодным джемом, это что-то новенькое. Ну давайте, хотя больше это похоже на какие-то пирожки. Можно поесть, в принципе. М-м-м,
просто божественно! Как мне умудрились приготовить такое вкусное блюдо? Спасибо огромное. Вам правда нравится? Естественно. Я все доем до конца, пожалуй. Спасибо, было приятно иметь с вами дело. До свидания. Что ж, как вы поняли, нашему гостю понравилось. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Пойду это уберу.